Друзья, всем привет! Канал Карим Проверь, канал обо всем. Сегодня я вам покажу красивые елочные игрушки, стеклянные елочные игрушки. Елочные игрушки, произведенные во времена СССР. Давайте, Александр Сергеевич Пушкин, по-моему, Руслан и Людмила. Вот это чудище, это злобный дядька Черномор. Пока Руслан ему не отрубил, не отрезал бороду, он злобствовал. Вот такой маленький, ну, красивый. Ну, красивый. Утраты краски практически минимальные. Сама игрушка очень красивая и приятная. Во! А это из той же сказки голова. Голова без тела. Вот. Серебристый окрас. Имеется утраты, амальгамы. Вот. Со страшными глазами. В шишаке. Вот такая игрушка. А если ее поставить, она и должна стоять вот так вот. Да. Друзья, напоминаю, канал Кариму Проверь, канал обо всем. Подписывайтесь на мой канал, будьте с нами. Спасибо, друзья.